Не так давно в Лобнинском центре социального обслуживания появилось социальное такси. Это машина, оборудованная специальным грузоподъемником для инвалидов-колясочников. Услуга предоставляется на платной основе и призвана обеспечить доступ всех категорий граждан к социально значимым объектам, в первую очередь учреждениям здравоохранения. Инвалиды-колясочники могут беспрепятственно ехать, значит, по своим нуждам. Звонят в центр социального обслуживания, и мы записываем заявку. Вот на этой неделе одна семья пользуется этой услугой, ездит в поликлинику.